Любите виски? Это же прекрасно! Сегодня я вам еще покажу, что наслаждаться виски можно не только в чистом виде. Его можно использовать для коктейлей. Ведет он себя достаточно хорошо. Отличный ингредиент для разных миксиков, которые можно смешивать у себя смело дома. Тем более, мы сегодня будем использовать Джемисон. Легендарный ирландский джемасик. Он очень хорошо себя ведет внутри стакана с добавлением наполнителей. То есть коктейльчиков. Ну что, давайте приступим. А вторым ингредиентом я сегодня буду использовать джинджер эль. На мой взгляд, это прям идеальное сочетание виски и безалкогольного напитка. И плюс маленький сюрприз. Но сначала мы с вами возьмем бокал какой-нибудь любой, на ваше усмотрение, красивый, высокий. Полностью наполним его льдом. Лед, всегда про это говорю, постоянно и буду говорить. Это очень важно в коктейле, поэтому льда должно быть много. Отправляем сюда 50 мл виски Джемисон. Так, заливаем имбирный эль. Имбирный эль можете использовать любой. Помимо имбирного эля я очень часто рекомендую смешивать Джемисон, знаете, с чем? С грушевым лимонадом, с дюшесом, самым обыкновенным, который продается в магазине. Так, добавили сюда имбирный эль. Все это хорошо перемешали. Ну и для того, чтобы у нас было не только вкусно, но еще и красиво, мы все это украсим маленьким тоненьким слайсиком груши. Отрезаете грушу. Отрезаете такой тоненький слайсик. И прямо отправляете вовнутрь. Все, наш коктейльчик готов. Ничего сложного, всего лишь два ингредиента. Давайте еще раз немножко перемешаю и попробую. Я не зря вам рекомендую попробовать ирландский виски с имбирным элем, потому что это реально вкусно. Это просто сделай, ты не пожалеешь.